Вітаю вас в прес-центрі відкритого. Ми продовжуємо свою роботу. І я, Руслана Козиряцька, його ведуча. І сьогодні говоримо про чвертьфінал Євро-2021. Як успіх, історичний успіх української збірної позначиться на розвитку дитячого юнацького футболу регіону. І сьогодні у нас в гостях Ярослав Дерев'янко, виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетровської області, а також Роман Порощенко, голова дитячого юнацького футбольної ліги Дніпропетровської області. Вітаю вас. Добрий день. Ярославу, мабуть, перше. Да? Що означає, як ви вважаєте, такий результат загалом для розвитку вітчизняного футболу? Ну, на самом деле, успех сборной не обсуждается. Восьмерка лучших команд Европы и Украина там, в любом случае, это успех. Первая, как на меня, удачная игра против сборной Нидерландов, хотя в конце и пропустили гол, но тем не менее, на поле мы увидели боеспособный коллектив, который готов был решать определенные задачи и двигаться дальше. Затем три очка и немножко, можно сказать, провальная игра против сборной Австрии, но тем не менее шведы нам подарили, можно сказать, эту 1/8 финала, в которую мы попали. И давайте откровенно, по моему мнению, это была феерическая победа для всей 40-миллионной Украины на эмоциях, но благодаря тому, что Андрей Шевченко нашел оптимальный состав, нашел слова, нашел мотивацию для нашей сборной, мы вышли в четвертьфинал. То, что было в четвертьфинале, это уже другая история. Откровенно говоря, уровень развития английского футбола и уровень развития украинского футбола на сегодняшний день находится немножко в разных плоскостях. Поэтому получилось так, как получилось. Но то, что Украина, еще раз повторюсь, находится в восьмерке сильнейших, это большой успех, как для меня. И перенося это все на региональный уровень, уже на футбол в нашей стране, это должно дать толчок для того, чтобы сейчас много футболистов, увидев то, что произошло на Евро, стремились развить свои футбольные качества и попасть в национальную сборную. Ну, питання до вас обох. Скажіть, будь ласка, от на які недоліки та плюси нашого футболу це дозволяє звернути увагу, ось такий результат, який принесла наша команда? Смотря сегодня на другие сборные, на игру там, той же сборной Чехии, той же сборной Дании, можно констатировать факт того, что футбол на сегодняшний день в мире уравнивается. И те методики, те стратегии, которые сейчас есть в открытом доступе, много тренингов и семинаров от иностранных коллег по футболу, нужно сегодня это все поглощать в себя, внедрять в украинский футбол и, возможно, уже там, на следующем Евро, через 4 года мы уже выступим совершенно по-другому, и сборная Англии, может быть, тоже будет пройдена. Что касается минусов, на сегодняшний день, наверное, тот факт, что Украина, откровенно говоря, молодая страна, и нет еще такого опыта, такого количества команд, такого количества дивизионов, как в той же Англии. А я напомню, что в Англии 8 дивизионов и больше там несколько тысяч команд играют в футбол. Наверное, все-таки Украина к этому еще не готова, мы еще к этому не дошли. И количество футболистов, из которых можно отбирать в состав сборной, еще не настолько велико. Да, и если сразу же перейти к теме детского юношеского футбола, однозначно будет плюс в самом развитии, в самом восприятии футбола, потому что перед матчем четвертьфинала мы знаем о том, что был большой челлендж, который запустил президент Украины Зеленский. Это было очень приятно. Я думаю, что это действительно вся страна следила, вся страна переживала за теми перипетиями, которые были в этом матче. И очень надеюсь, что очень много детей именно смотрело. И каждый ребенок, который, может, задумывался, какую бы секцию выбрать после того, как сборная сыграла на Евро, который результат, которого она там достигла, это станет для них толчком выбора именно футбольной секции. То есть, и они пойдут и будут стремиться для того, чтобы стать новым Зинченко, новым Малиновским, новым Ярмоленко,
буду стремиться к тем действиям, которые делают наши футболисты. Очень приятно, что после окончания Евро и Зинченко, и Ярмоленко, это наши лидеры сборной, сказали о том, что деньги, которые они получат от призовых, они пойдут на благотворительность. Это очень приятно, приятно слышать от наших лидеров, которые хотят, чтобы наша страна своим примером показывала, что наша страна будет развиваться, мы будем все вместе, и дети будут стремиться развиваться именно и в спортивном плане, в первую очередь, наверное, становиться счастливыми детьми, чтобы у них было счастливое детство, и провели соревнования в таком в радостном ключе, чтобы мы смогли уйти от негатива, который, к сожалению, присутствует на матчах детско-юношеских команд, и его так достаточно много. И те методики, о которых говорил уже Ярослав, которые используются в европейских странах, они придут сюда, в Украину, и мы их будем перенимать с большим удовольствием. От ви сказали, що є негативні моменти. Що це за негативні моменти, якщо не секрет, звичайно? І що ж можуть запозичити зараз вже в наших закордонних от сусідів там з приводу методик? Чи могли б докладніше про це розповісти? Так, звісно. По поводу негативних моментів. К сожалению, у нас в Украине, ну, методики, которые мы используем уже в Днепропетровской области, мы одни из первых в Украине перешли на формат фестиваля для детей, отказались от турнира таблиц, вылаживаем сейчас, выкладываем результаты на сайте, но мы, к сожалению, все равно не смогли пока уйти от того, что родители нагнетают дополнительный интерес к результату в первую очередь. Из-за этого они на маленьких детях в первую очередь давлеет результат, давлеет возможность совершить ошибку на футбольном поле, за которую они будут наказаны. Наказаны от своих родителей, наказаны от своих тренеров. Мы вроде бы как говорим о том, что футбол должен быть в первую очередь удовольствием, а, к сожалению, даже на таком уровне без турнирных таблиц родители нагнетают обстановку, начинают ругаться между собой, начинают спорить о том, кто выходит на футбольное поле. Проблема детей, которые не заявленные по своему возрасту выходят. И из-за этого очень много конфликтов и очень много негативной информации именно на детей проецируется. И это, к сожалению, большая проблема. Что можно позаимствовать? Есть, я думаю, что Дания – это один из классных примеров для того, чтобы можно интегрировать то, что, как там развивается футбол, интегрировать в нашей стране. В Дании была разработана методика. Я думаю, на этом Евро мы уже увидели именно результаты этой методики. Команда вышла в полуфинал чемпионата Европы. Сегодня она будет играть с Англией. И методика, та, которая была разработана, показывает о том, что это одна из самых молодых сборных, как и Украина на Евро, одна из самых молодых сборных, но при этом одна из самых перспективных в Европе. Та методика, которая у них была разработана, на данный момент позволяет им именно в юношеском футболе выступать лучше всех в Европе. Сборные, начиная с U16 до U21, за последний сезон набрали более 2 очков за игру, и на данный момент они являются лидерами в Европе, опережая и Францию, и Англию, и Португалию, и Германию в развитии именно юношеского футбола. В каждом юношеской сборной они везде в топе, везде участвуют во всех элит-раундах соревнований, и это достойно большого уважения. В детском футболе, тот, за который я начал говорить у нас, то, что мы переняли, у них в формате соревнований предусмотрено то, что отказ от всех турнирных таблиц, отказ от результатов, которые не печатаются, и очень много работы проводится именно с родителями, для того, чтобы родители перестали оказывать давление на детей. Самая первая задача – это то, что ребенок должен любить футбол, любить играть. И когда проводились исследования в Дании, и детям задавали вопрос, для чего ты пришел в футбол, для чего ты это делаешь, ни один из детей не сказал о том, что я пришел сюда побеждать. Было много вариантов, и самыми популярными ответами было: я пришел сюда тренироваться, я пришел познакомиться с новыми людьми, я пришел сюда получить удовольствие. То есть это самые популярные варианты, и мы должны к этому стремиться, чтобы дети в академиях, в футбольных школах получали в первую очередь удовольствие. Если они будут получать удовольствие,
Они будут готовы идти на тренировку, они будут хотеть туда идти на эту тренировку. И акцент для тренеров, тогда он уходит от результата, и тренера должны перейти к акценту воспитания детей технических навыков. Если они научатся технически в раннем возрасте заниматься, технически хорошо будут оснащены, то дальше будет обратный эффект мы получим. Мы получим хороших, технически хорошо одаренных игроков, которые в более старших возрастных категориях будут показывать уже результаты как команда. Будут хорошие, сильные команды с хорошими, технически сильными игроками. Я думаю, к этому нужно стремиться. Это один из прекраснейших примеров, которые вот есть в Европе на данный момент. Опять же повторюсь, сегодня мы уже эту команду увидим на Евро в полуфинале в матче с Англией. Які футболісти з Дніпра та області з дитячо-юнацького футболу мають вже на сьогодні от гарні перспективи? Чи готові ви назвати, наприклад, прізвища там команди? На сьогоднішній день говорити о каких-то фамиліях, іменах і командах, мабуть, не стоит. Кожна команда йде своїм путем, йде своїм розвитком. Кожен тренер строїть свій тренувальний процес, методику виховання юних футболістів по-разному. Но хотілося б відмітити, що в цьому році команда із Дніпра, із Дніпропетровського вищого училища фізичної культури, ДВФК по своєму возрасту U16, стала чемпіоном України в еліт-лігі дітсько-юношеської футбольной лиги Украины под руководством Андрея Чернова. И на сегодняшний день эта команда обошла академии грандов наших, это «Динамо» и «Шахтер». Поэтому, если все-таки где-то заикнуться об именах, то хотелось бы вот отметить эту команду. Опять же, не стоит сбрасывать со счетов Академию футбольного клуба «Днепр», которая на сегодняшний день является также топовой академией не только в нашем городе, области, а и во всей стране. Ну а там, я думаю, самые талантливые и самые перспективные футболисты, мы скоро увидим их в составе в начале юношеской збірної України, а потім вже і у взрослій команді. От якщо ми говоримо, згадали ми Академію Дніпра, команду Дніпра, от Артем Довбик, про кого так всі заговорили після того самого вирішального голу, от чи це просто така от збіг обставин, і він просто вистрілив, і чи це дійсно, ну, такий от закономірніше, що він так от зіграв, вийшовши за збірну. Ну, вы знаете, как говорится, мелочей в футболе не бывает. И то, что он оказался на 120-й минуте в том месте и в той позиции, где он должен был находиться для того, чтобы забить этот победный для нашей сборной гол, это работа годами тренеров, и это работа, начиная еще с юношеского футбола. То есть многие мечтают для того, чтобы вот именно в ту секунду очутиться в том месте. Многие десятки лет работают над собой, работают в футболе для того, чтобы достигать этих результатов. Поэтому о каких-то там совпадениях или везении здесь говорить не приходится. Да, я еще добавлю, я думаю, что пример Артема Довбика должен стать также для молодых футболистов хорошей такой подоплекой, ввиду того, что Артем, был, находясь в структуре Днепра, он уехал играть в Данию, он и уехал играть в Мидтьюланд, то есть он тоже получил определенный опыт, и после этого, вернувшись сюда в Украину, он заиграл, можно сказать, в новых красках, и благодаря своей игре, своему напорству, своей работе, он получил вызов в национальную сборную, и мы все увидели в четвертьфинале, чем это все закончилось. Поэтому это еще один такой момент, чтобы показать нашим молодым футболистам, которые будут переходить из юношеского во взрослый футбол, чтобы они не боялись этого делать, потому что на них оказывается очень большое давление, но молодые футболисты, имея возможность уехать в Европу, пользуются этой возможностью, они уезжают, и мы видим результаты работы, что очень много хороших футболистов, топовых украинских футболистов играют в основных составах своих европейских клубов. Это тоже говорит о том, что наш футбол движется в правильном направлении. Скажіть, будь ласка, от піраміда підтримки талантів, наприклад, як це працює в Німеччині, чи є така вона в нас? І якщо вона є, то як вона в нас функціонує?
По поводу пирамиды, именно поддержки талантов, на данном этапе, я думаю, что выстраивается именно система поддержки, она будет выстраиваться дальше. В прошлом году была проведена реформа детского юношеского футбола в Украине. Как уже сказал Ярослав, была создана элит-лига, это был первый год, когда она была проводилась. То есть детский футбол всеукраинский был разделен на три категории: элит-лига, высшая лига и первая лига. И в элит-лиге Днепропетровская область была представлена тремя командами, это ДОФК, Днепр и Интер, и одна из них выиграла чемпионат Украины, что действительно достойно большого уважения. Я думаю, что именно создание этой элит-лиги даст определенный толчок, и достаточно большой толчок. Соревнования там проводятся в четырех возрастных категориях, и команды получают соперников равных себе. И в каждой игре, в каждой матче, каждая команда борется за очки. То есть уже нет даже для команд уровня «Динамо» и «Шахтёра» проходных матчей, как это было раньше. На последней всеукраинской конференции детско-юношеской футбольной лиги Украины и главный тренер «Шахтёра», и главный тренер «Динамо» Киева отметил эти матчи, отметил, что однозначно их академии начали расти. Даже команда U17 выпускников «Динамо» Киева, их главный тренер говорил о том, что команда психологически была не готова к этим матчам, но впоследствии они смогли перестроиться и смогли настроиться на вторую часть чемпионата. Поэтому я думаю, что система подготовки талантов и система отбора футболистов, качественных футболистов, точно улучшится. Будет, чем больше хороших матчей, тем больше хороших футболистов у нас будет появляться. Я думаю, что технический комитет Украинской ассоциации футбола, комитет национальных сборных дальше будет разрабатывать программу по популяризации детско-юношеского футбола и разработает методику, которая будет именно отбирать уже таланты. И я думаю, что наши национальные сборные будут пополняться качественными футболистами из молодежных. А з чим пов'язано те, що це, от ви сказали, останні роки, так? Чи робились до цього якісь в цьому напрямку кроки? Чи вони були досить повільними? Я думаю, что были все-таки, наверное, достаточно медлительными, то есть обговаривалось очень много разных идей. До сих пор идет идея по поводу создания единой подготовки всех команд в плане да и у США, чтобы у них появилась единая программа подготовки футболистов. К сожалению, этот вопрос достаточно сложный, который должен быть согласован с Министерством образования, с Министерством спорта. Но думаю, что руководители Украинской ассоциации футбола прекрасно понимают эту проблему. После чемпионата мира 2019 года, который прошел в Польше, где Украина стала чемпионом мира в категории U20, однозначно будет толчок, однозначно после этого чемпионата мира мы понимаем, что у украинского футбола есть перспектива. То есть мы понимаем, что та работа, которая проводилась именно по подбору этих талантов, по поиску этих талантов, дала определенный эффект. Ну, однозначно, это большая заслуга наших топовых академий, которые готовили этих футболистов для этой сборной. Но думаю, что и работа именно Украинской ассоциации футбола вызывает большое доверие после тех результатов, которые показывают наши национальные сборные, молодежные сборные, национальная сборная к ее работе. Ну и останнє таке питання, більше я б сказала загальне, да? От чому от футбол так об'єднав людей, ну, євро, власне, і чи взагалі може цей вид спорту об'єднати, от як національна ідея, об'єднати українців, як ви вважаєте? Однозначно, да. Футбол уже давно став більше, ніж футбол. Це самый массовый вид спорту в мире. Это страсть, желание. Очень много можно подбирать таких эпитетов. Футбол действительно тот вид спорта, который может объединять. Это мы видели и когда был чемпионат мира в 2006 году, на котором Украина также вышла в четвертьфинал, когда это были невероятные события. Это был финал Лиги чемпионов 2018 года, который проводил в Киеве. Мы тоже видели, как приезжало сюда очень много болельщиков с разных уголков Европы, мира. И тоже видели о том, что насколько это прекрасное событие, насколько это захватывающее
мероприятие, которое может действительно объединять людей с разных уголков мира. Люди, которые разговаривают на разных языках, но их объединяет один такой большой массовый вид спорта, это, наверное, замечательно. Ну и хотелось бы добавить, что не именно Евро там объединило и привило любовь украинцам к футболу, да. То есть мы футбольная нация, футбольная страна, которая, я думаю, и 25 лет назад жила футболом, горела футболом. Да, в последнее время выдающаяся победа команды U20, как уже сказал Роман, выдающееся выступление на Евро 2020, выход в четвертьфинал еще больше должен дать толчок к любви каждого украинца к футболу, и я думаю, что это один из немногих инструментов для нашего народа, чтобы объединиться, для того, чтобы страна процветала как в футбольном плане, так и в экономическом. Ну що ж, дякую вам, що завітали сьогодні до прес-центру відкритого. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про чвертьфінал Євро 2021, як історичний успіх української збірної позначиться на розвитку дитячо-юнацького футболу нашого регіону. В гостях у нас сьогодні були Ярослав Дерев'янко, виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетровської області, та Роман Прощенко, голова дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. Залишайтесь відкритим і до зустрічі!